Ну что, ребятишки, всем привет. Будем играть Ведьму из Блэр. Вчера я успел уже поиграть в нее немножечко. Сейчас только что стримил 20 минут и забыл выключить картинку. То есть вот эту картинку. Она, то есть я играю себе, что-то рассказываю, а сам геймплей, игровой процесс никто и не видит. Вот я дурачок. Ну ничего, сейчас-то все уже будет по-другому. Короче, начну, пожалуй, заново. В плане с чекпоинта. Ну и, наверное, расскажу то, что говорил до этого. А говорил я следующее, что вот игрушка-то вчера вышла, и что-то все... Ну, то есть, если в Steam посмотреть обзоры на эту игру, там положительные отзывы, все пишут, вот, игра классная, бомбическая, там, 8 из 10, вот. И прочитал я, значит, на игромейл.ру, телефончик, там зачетчик сейчас только что был, что есть у нас сигнал, может кому-нибудь позвонить. Может позвонить Джесс, это моя бывшая жена. Послушаем, что она будет нам пиздить. Да-да, в порядке все. Sorry to bother you again. Don't be. It's good to hear from you again. Everything okay? Oh, yeah. I'm just learning the basics of woodcutting, apparently. Really? Well, you were always good with your hands. Why, Mrs. Lynch? Keep that up and I'll be blushing like a squirrel. Вот меня поражает, он разговаривает по телефону со своей бывшей женой, здесь всякая чертовщина творится. А он такой смеется, ха-ха-ха, типа такой, ну как будто бы, я не знаю, как будто он просто на прогулку приехал в деревню к себе, там, типа, пивка попил с пацанами, с друзьями, там, и сейчас пошел что-то прогуляться, вот, ну. Короче, отзывы бомбические у этой игры. Я сам лично, поиграв вот часа три, поставлю ей, могу на данный момент поставить вообще, то есть, вот как, ну, просто обычный вот, ну, не пользователь, а ну, игрок, да, то есть, который вот просто вот я скачал. Мне нравятся, в принципе, жанры подобные. Я прошел все Silent Hill, кроме первого. Ну, вот, да и Resident Evil тоже, кроме первых трех. То есть уже, ну, начиная с четвертого. А абсолютно все резики. Но резик это все-таки не такая игрушка, как, сука, кто там долбится и меня отвлекает, мешает ВКонтакте. Уж всем там выключил. Всем выключил уже я... уведомление, что ну, никто меня не беспокоил. Кто меня опять беспокоит? Уже, Максим, уже. Короче, Resident все-таки не такая игрушка, как... Не такой хоррор, как Silent Hill. В общем, я этой игре поставлю... Могу на данный момент поставить 8 из 10. Я бы и больше поставил, но просто я не знаю, что будет дальше. Возможно, если это... Как бы непонятно, сколько я уже прошел за эти 3 часа и сколько осталось играть. Возможно... Возможно, в дальнейшем эта игра меня разочарует, но на данный момент мне все нравится. И поэтому пока что 8. Не исключено, что и 10 будет, потому что игрушка мне очень нравится. Играть интересно. Игровые механики прикольные, несмотря на то, там, чувак писал, вот собака, вот. У нас есть ряд действий, да, что мы можем сделать. Позвать к себе, попросить его что-то поискать, можно его похвалить. Вот чувак говорит, вот эти команды, большинство, вот они, ну, типа, ты как бы и не пользуешься ими. Они нафиг не нужны, по сути. Да, может быть, это и так, но... Я объясню тебе, дружище, зачем их вообще разработчики добавили, чтобы ты мог просто погрузиться в атмосферу этой игрушки, чтобы ты мог, если тебе собака что-то нашла, похвалить ее, как я это только сейчас сделал, да? Понятно, что это возможно даже, ну,
особо-то ни на что не повлияет, но это повлияет на твой мозг, это на тебя повлияет, от тебя повлияет, повлияет на то, чтобы ты погрузился больше в эту игру, чтобы ты больше кайфанул от этой игры, вот на что это повлияет, вот зачем это все добавлено. Если как бы ты, ну, не понимаешь этого, ну, не, тебе вообще не нужно, наверное, тогда играть в эти игрушки, видимо. Нужно играть тебе в какой-нибудь Counter-Strike, там, World of Warcraft, не играй в такие игры, друг. Короче, давайте смотреть уже, что у нас тут есть. Рафаэль. Да, на протяжении всей игры находишь. Пока я не понимаю, зачем фотокарточки. Наверное, просто как кассета. Наверное, просто эти фотокарточки ни на что не влияют. Влияют только на какой-нибудь рейтинг, который тебе в конце игры покажет. Типа там 70% фотокарточек найдено. Ачивку, может, ты получишь, если игру купил в Стиме или на Xbox, или еще где-то. Да, значит, какой прикол с камерами, с кассетами. Помимо телефона у нас есть видеокамера и кассета. Что за кассета? Нет, вот, погоня. Давайте я встану вот здесь. Я просто уже, говоришь, 30 минут поиграл. Короче говоря... Есть, значит, у нас кассета. И на кассете сейчас будет происходить действо. Нет, погоня. Посмотреть. Вот там, где я сейчас стою, да, вот, на этом самом месте, вот мы видим, что чувачок убегает. И... Тут, значит, битва. Маньяк. Хочет убить мужичка. Мужичок открыл дверь. Мы слышали звук сейчас, да? То есть у нас эта дверь была только что закрыта. Вот, отмотай немножко назад. Оп, поставим на паузу и... О, песик уже залаял. Короче, дверь открылась. Она открылась на видеопленке и открылась у нас здесь, в реальном мире. Хотя непонятно, реальный это мир, либо это галлюцинация моя, или что это. Не ясно, ответов нету, кто знает, кто знает. Короче... Тут у нас код. 3-3-2-4. Вот так вот. Чувачок маньяка припалил. Да, вот прикол, если обратить внимание, на маечке у этого чувака написано название Барбара. Телочки. Название фирмы, студии, которая разработала эту игрушку. Ну что ж, здесь мы нашли все, что нам нужно, и можем отсюда уходить. Идем мы вот сюда. 3-3-2-4. То есть получается 3-3-2-4. Our Apple, our Apple Fox. What are you talking about? Sorry, don't understand. Что у нас здесь? Ну, здесь у нас какой-то больной тип, ему очень плохо, у него оторвала конечность. Давайте осмотрим жбан. Изуродовали, говорит, его сильно. Длинное лезвие. Кровь еще свежая. Угу. Let me just... What? What? How? Jesus Christ! What the fuck just happened? Да, происходит какая-то чертовщина неведомая абсолютно никому. Someone went right into the collarbone. А лицо? А что с лицом? Что с ним? Что-то он стрёмный какой-то. Кассетка. Давайте посмотрим, что же на ней. Убийство. Угу. Маски, чувак. С какими-то веточками.
На спине. Зачем они ему нужны, интересно? Так, ну что информативного мы можем почерпнуть из этого видео? Что здесь? Кто что, кто заметил? Я вот заметил, ни хрена я ничего не заметил, надо еще раз посмотреть. То есть смотрим. Открывается дверь. Встает чувачок. Ну ладно, давайте попробуем взять фонарик для начала. То есть открылась какая-то дверь. То есть он стоит здесь, вот эта дверь. Но эта дверь и так открывается, без всяких как бы. Оба. Ну что, давайте дальше смотреть. Инвентарь. Убийство. Да-да, посмотрите. Стреляет. Дальше. Ничего интересного. Просто он тут его затыкал. Так, 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 ну-ка. И чё? Не, ну... пила заработала. Пила заработала. Чё? Так, окей, сработала пила. Значит, что-то там начало двигаться. Ну, тут нам делать нечего. Пойдем на улицу, посмотрим, что там. Так, одну секунду. Надо чекнуть. Блин, почему? Давай ссылку. В смысле? В смысле? А на моей странице разве не видно, что вот моя страница же? Здесь же все видно. В смысле, давай ссылку. Короче, погнали. Упс. Ха, друган! Айо! Здорово! Он с моим песиком играет. На-на. Получил. Что он с ним делает? Интересно. Я не понял, он что, меня просто вырубил, что ли, или что? И теперь тащит за ногу? What are you doing here, Private? It was me, sir. What was? Elijah Five. I was the point man, sir. What are you trying to say, soldier? I led those men into the ambush, sir.
Тут периодически флешбеки случаются. Nine injured, six dead, six grieving widows, nine orphan children, one negligent soldier. Типа он был солдатом в Сирии или где там вот эти Аллах Акбар, короче, которые. Что-то он накосячил, да? Easy. So easy. Oh, you're so weak. I was weak like you once. See this knife? I remember holding it against my wrist, pressing it deeper and deeper, wanting to end it all, to silence the voices. Weak, pathetic. I should have listened from the start. That's what set me free. You'll understand soon enough. Короче, пока ничего не понятно. Пока понятно только, что мы приехали искать пацана, потерялись сами. Какая-то жесть тут творится. Галлюцинация. Какой-то тип непонятный тоже. Опять мы в этом лагере. А был ли он вообще и притащил ли? Тося. Так, ну-ка. Рация. А. Она лежит здесь. Hey there, sleepyhead. Хм, засонь. Search the campsite. Something's waiting there for you. Ну, как скажете, как скажете. Что у нас тут? Feeling about this. Чтоб у тебя хорошее было. It's all rotten. Now, would have taken years for it to get this bad. Типа, да, я... Типа первый раз, когда я пришел в этот лагерь, еще как бы, ну, типа, ничего не понимая, был обычный лагерь. Потом, типа, он более такой был, ну, как будто бы прошло там неделя, может, прошла, завален, то есть был мусора больше. А теперь, видите, он говорит, типа, сгнила палатка, то бишь, типа, несколько лет прошло. Ну-ка, почитаем, почитаем. Интересно, это про меня? Так, опять эта фигурка сраная. Ну, вообще, нужен фонарик. А, секундочку. Ксардрокер. Привет, Ксардрокер. Оп, опять это дерьмо. Крипи переводит как стрёмно. Крипи переводит как крипово. Если вы не знаете, что такое крипово, посмотрите в Яндексе. Ну, точно, блин, локализаторы, конечно, вообще. Поражаюсь я их таланту. Да что ты там теряешь? Ты жопу свою теряешь. Ну-ка, что здесь? Это же камера? Да, это камера. Я тут смотрел Донни Дарка недавно. Listen, Ellis, this is nothing personal. Simple, right? Let me sweeten the deal. Do as I say, and
I'll lead you right to my little corner of the woods so we can chat man to man. Fucking bastard. Wait, what the hell is this? То есть камера мне показывает, куда идти, походу, да? Так вот, возвращаюсь к переводам дебильским вот этим вот. Вот отличный пример. Донни Дарко смотрел недавно. Значит, там сестра Донни Дарко ему говорит. Ну, они что-то ругаются в перепалке, значит, там прозвучала такая фраза, типа, что-то он говорит, типа... Что-то говорит она типа «сак-фак» или «фак-сак». Ну, то есть, что переводится как типа «иди трахни отсос». Ну, «сак» — это отсосать, да, «фак» — это трахаться, сношаться, ну, или ебаться, то есть, потому что, ну, все-таки матное слово же, да. И вот он говорит «иди выеби отсос», вернее, она ему говорит «выеби отсос». А он такой, типа, говорит «ты что, типа, несешь? Как можно выебать отсос? Как это можно сделать?» Ну, то есть она просто как бы вспылила, не подумав, сказала, да, то есть, а он ей предъявляет, ну, ты что такое, ну, говоришь, ну, как отсос-то можно выебать? Но русские переводчики, локализаторы, причем там переводов было штук 8, наверное, то есть, и они все как один переводят «иди отсоси». То есть «сак-фак» они переводят как «иди отсоси». На что Донни Дарко говорит: «Ну-ка расскажи мне, как это я отсосу?» Что-то типа того, короче. То есть смысл теряется из-за того, что они просто перевели какую-то отсебятину, влепили, да, то есть, ну, то есть сам прикол, вот этот момент, он потерялся из-за перевода. И вот Володарский, это который гнусавый перевод, да, вот, ну, он перевел нормально. Вот это опять, возвращаясь вот к этому дерьму, с переводами. Короче, оп, что это у нас такое? Еще одна фотография. Кто это? Это Ричард. Ричард Гир, наверное. Что здесь? Короче, я не понимаю, он сломал мне камеру или не сломал? Что мне делать? Куда идти? Или просто покрашено в белый цвет здесь? Хер его знает. Ладно, давайте попробуем. Так, ну, видимо, вот сюда. Так, ну здесь ничего нет. Что это за говно? Не, ну да, это, походу, то, куда надо идти. Указывает нам вот таким вот образом. О. Деревце. Давай ответим. What are you talking about? Keep your eyes on the camera. You'll see soon enough. And keep the mud close, or it'll wake him up. Давайте с командой держаться. Wait here, buddy. Stick close to me. Окей. Не, ну я не вижу никаких чудовищ. Stay close, bullet. Так, и мы прыгаем вниз. Heal. Stick together, bullet. I don't want to lose you in this fog. Heal. Mm-hmm.
Да что тебе нужно? Да. I don't need your help. Oh, don't be like that. Look around. I left you a sign. What? A sign. Look for it. Go where it leads. Какой еще знак ты там оставил? Это знак? Это не знак. Оп. Понятно. Так, дружок. Иди сюда. Stay close, bullet. Так, и чё, и как нам обойти этих пацанов? Да ёпт, серьезно, и что делать? Надо как-то их обойти. Понятно. И как мне пройти тогда, если это слишком близко? Они что везде просто. Stay close, bullet. Heal. Hear me. Мне непонятно, как пройти, если они тут везде просто. И о каком знаке он говорил? Чё он тут мне оставил, блин? Говорит, оставил тебе какой-то знак. Где он тут? Чё мне оставил? Непонятности, короче, пацаны, непонятности. Блин, опять они здесь. Так, ну смотрите, я походу... Иди сюда. Упс. За мной кто-то бежит. Убегаем. Come here, boy. Смотрите, я нашел способ их обойти. Уже хорошо. Ну, типа, есть. Да ёпта. Да
Да слышь, слышь, как мне пройти, лучше скажите. Я понял, мне не сюда. Окей. Так, вот еще один пацан. Как мимо них-то пройти, интересно? Да ну нахуй! Серьезно, бля, пизду! Жесть ебаная, бля. Нельзя так жить, бля, на этой планете. Сука, и че, все сначала? Ох, бля, я сейчас немножко охуел, пацаны. Бля, все, все, не с места, так не с места, бля. Что там, что там? Да-да-да, именно так. Поверни налево. Налево повернул. Вперед, идем. О, смотрите-ка, рация. Так я и говорю, конечно, это не в лесу, а в башне. В башне у этого пацана. На самом деле нет, горит. Все, все, идем, идем. Угу. А почему на этот раз этих пацанов тут рядом нету, а тогда они были? Так, ну ладно, в любом случае мы пришли почти. Да, уже будет. Stay close. Ой, а что это там такое? Ничего такого нет там? Просто мне показалось, там кто-то лазит, но нет, никто не лазит. Каких прутьев? Че от меня хотите, я не понимаю. Что он сделал? Ну, дерево, да. О, прутья. Is this? This thing bleeds. Don't be silly, Fred. Don't bleed. Now look around. Do you see it? What? The trail. Do you see it? I think so. Follow it. Ну, типа вот она, да, тропинка. Ну пойдем, пойдем, хорошо, базарил. Кажется, вообще можно тупо в камеру смотреть и... А, нет, лучше, лучше все-таки вот так бежать. Чё за говно? Вы же видели это дерьмо, да? Так кто-то ходит. Бля, идите в пизду нахуй, пиздец. Что? Что это было, бля? Пуля прошла мимо. И как мне по тропе пройти, если тут пацан стоит? Mm-hmm.
Так, ну ладно, он остался где-то там сзади. По Хуану Самбреро. Так, идем. Идем по тропе. Отличная песенка. Так, и чё, и куда? О, вот сюда. Что, что это только что опять было? Пёсель, иди сюда. Так, и чё? Да, обрывается. Обрываются и непонятно куда идти. Оп, сохранение, значит, мы на правильном пути. Don't. Found the stag. It's dead. You don't say. That's probably because I killed it. Now take its skin. What? The skin, peel it off. Take it. Зачем мне снимать шкуру с оленя? Ну, с мальчика, конечно, я не хочу, чтобы ты шкуру снимал, но нет, зачем снимать. Я тем более не умею. Ну? Ну? Fucking nutcase. То есть Psycho, псих, психопат. Он до этого говорил Psycho, а сейчас он что-то сказал непонятно, что-то nutcase. Satisfied? Not quite. There is one more thing. This one's easy. You've done it before. But first, let the mutt sniff the symbol. He'll take you right where you need to go. How? The only scent he'll get is my own. Just do it. Bullet, buddy. Wait. You're not afraid of it? Did you really think slapping some weights together would be enough? It's not ready yet. Чё, погнали. Оп, стоп, давайте позвоним Женека. Мы. The number you have dialed is currently unavailable. Please leave a message after the beep. Figures. Jess. Hey, I was hoping I'd get to talk to you one more time. Guess it wasn't meant to be. Story of my life, huh? Listen. That thing I was gonna tell you once I got back. Well, it's like I might not get that chance. Please understand, I'm not giving up. I just need to see this through. I have to. But in case you don't hear from me again, I want you to know I love you. The best thing that ever happened to me. And I'm sorry I screwed it up. I wish I could fix it. I wish we could go back to the way things were. I wish I was good enough. I love you, Jess. I always will. Goodbye. Goodbye. Все, давай. Натори, goodbye. Погнали. У нас еще много незаконченных дел. Таких как... Не знаю... Поковыряться в каком-нибудь говне.
поездить на каком-нибудь говне. Какой-нибудь вентиль вставить, покрутить куда-нибудь в какое-нибудь говно. О, да, мне очень интересно, что там. Ну, я думаю, что нужно ползти, но нет. Песик пойдет смотреть. Ну, давайте камеру. Взял дисплей камеры, испортил. Лох. Ну, чё ты? Bullet, where are you? Матери. Упс. Чё там? Ты где? Here. Короче, он испугался какого-то дерьма. Я думаю, мне нужно туда залезть и самому все проверить. Бля, где? Так, ладно. Где-то. Где? Что? 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 Что здесь? Где? Ага. Ну, короче, да, он не хочет. Ну, погнали. Блин, я тоже не могу залезть. Что, что? Что, что-то нашел? Ну, давай, показывай. Ладно, какое-то дерьмо непонятно. Ну, пойдемте вперед. Before this is over, I'll make you pay for what you did. I saved myself. I despised how weak I was. Well, I tried to fight it. A kick, scratched, and bit, but that is all useless. Don't move. What? Again? Just stand still, Ellis. Как скажешь. Solution was to just give up. I moved beyond what I once was. Интересно, интересно. Мне кажется, кстати, разработчики говорили, что здесь концовок несколько. Вот. Интересно, есть ли тут хорошая концовка или все концовки стрёмные? Типа игра подстегивает тебя проходить, хотя может и не подстегивает, но проходить ее придется не один и не два раза, чтобы все понять, что к чему. Что тебе именно нравится? Может, он уже пацана в это замочил? Наконец. Ствол, ёпта. То есть мы сейчас шмалять сможем этих всех пидорасов красных, да? You want me to kill myself? Kill myself. I gave you what you wanted all these years. No, I'll kill the dog. Ha! What? Oh, fuck you. No. Конечно. Oh, it'll be quick. Think about it. I could lift you a knife. No, I will not kill Bullet. But this? This is where you draw the line? A fucking dog? I should have drawn one long ago. I'm not doing this anymore.
Stop hiding behind a child, you coward! God damn it! What the? No. That's... This can't be. That's impossible. Impossible? Ну ладно. Bullet, no. Так, так тоже можно сказать. Этого не может быть. А, тут impossible. Невозможно, не может быть разное, да? Так, я хочу туда вообще спрыгнуть. А, это не яма. Ну ладно, чё. Давайте камеру. Cameron Diaz, можно мне, пожалуйста? Bullet, иди сюда. Just like this. Где мой песик, шлюхины дети? Bullet. Что вы с ним сделали? Hold on, boy, I'm coming. Бля, что произошло? А произошло то, что у меня еще джойстик подключен сейчас к компу. Бля, он завибрировал, упал, меня напугал, сука. Вот ведь как бывает в нашем мире, в мире нашем. Так, ну что, погнали. О, God, no, please. Don't move, buddy. Don't move, don't move. Okay, shush, 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 shush. That's gonna be fine. Let me just die. Boy, you're heavy. It's like you're eating too much scraps from the table. Gonna have to take longer walks, buddy. All around the block. Hmm. Not kidding. Good boy. It's okay. It's just... It's gonna be okay. Так и чё, куда мы идём? Почему я несу собаку? Слишком много вопросов. Слишком много почему. И почему мы идем так медленно? Я хочу бежать. Зачем они так сделали? Разработчики, зачем вы так сделали? Почему нельзя, не знаю, вот этот процесс немножко подинамичнее сделать, чтобы я шел не с 1 км в час, а 5 км в час, чтобы я шел, или 6 км в час? Почему так медленно? Вы хотите мне показать, какие классные здесь пещеры или что? Что я должен делать, идя вперед вот так вот? Ну, на самом деле, я придираюсь, конечно. А может, не придираюсь, действительно. Вот этот момент какой-то. Хотя он же идет типа с собакой. Собака же тяжелая, он же об этом нас предупредил, что собака тяжелая, что идти с ней неудобно. Но тем не менее. Уж не 20 килограмм она весит. И сколько она весит? Сколько весит собаки, не знаю, ну... Ну, не 40 килограмм, не 50, не 70. То есть, ну, в любом случае, мог побыстрее ногами-то перебирать. Ох, это ты мне говоришь или собаке? Давай, пошли, быстрее. Ну да, вот это, конечно, вот ужасно. Вот не надо было так делать. Скулит собака, мы идем медленно. В каком-то говне. Отлично, отлично. Нужен, короче, такой девайс, вот как у Гомера в Симпсонах был, там этот петушок такой, он по клавиатуре кнопочку нажимал, как бы, да, то есть, и Гомер на работу мог не ходить, у него все нормально было, все классно. Вот мне такой же девайс нужен, только чтобы он кнопку W зажимал, и я просто сидел, я не знаю, там, чем-нибудь занимался, там, ну, вот, а персонаж мой шел вперед с песиком.
Ну, сколько можно-то ж? Я может, что-то не понимаю, может, тут как-то турборежим можно включить. Где здесь нитро? Закись азота, как? Блин, я уже shift прожимаю, он у меня скоро, мне кажется, сломается, но не помогает, не помогает. Ох, как же долго. Мы идем. О, какие-то руны. Ну что это? Похоже на руны. Только непонятные руны. Мы несем песика на алтарь? Жертвоприношение сейчас будет? А, прикиньте, то есть его можно оставить. Ха, игра нас спрашивает, вы уверены? То есть, видимо, это повлияет... это решение повлияет, я думаю, на концовку. Если оставишь песика или не оставишь. Ну не, ну мы не можем оставить, это же друган наш. Это же Буллет. Буллет. Ну как мы можем оставить Буллета? Нет, мы будем сидеть. Я буду сидеть, ругаться. На то, что... Вот, видите, все-таки разработчики-то, они не глупые. Это все. Ой, а что это, мы по кругу ходим? Так, ну, короче говоря, хотел я сказать, что... Что, мол, это... Разработчики-то не глупые. Дали, как бы, видите, ну, нам... свободу выбора, оставить его или нет. И, возможно, по моим догадкам, это повлияет на концовку. Но! Походу, это не так. Походу, мы ходим кругами, и пока песика не оставим, ничего не изменится. Вот все, к чему, походу, идет. Так, ладно, давайте попробуем его оставить. Нет, я не уверен. Не могу принять решение, оставить его или нет. Ладно, давайте еще попробуем пройтись все-таки. Короче, мне кажется, что даже если мы его сейчас оставим, он все равно никуда не денется. Потому что Буллет — это часть игры. Возможно, это, конечно, уже конец игры. Эх, непонятно. Ну, сейчас все будет... Понятно, точно. Может быть, его где-то надо оставить? Действительно, может, тут алтарь какой-то есть, куда его надо кинуть? Блин, ну, конечно, он скулить задолбал уже. Бедный Буллет. Короче, все-таки. Ну, на самом деле, варианта три. Первый вариант — это его все-таки надо все-таки бросить. И тогда мы сможем дальше продвинуться. Второй вариант — его бросать не надо. Нужно сколько-то вот кругов, возможно, три, нам тут помотать немножко. И там на четвертый мы как бы уже прямо пройдем, что вряд ли. И третий вариант — это какой-то другой вариант, который нужно здесь сделать. Докс. Смотрите, написано докс. Собаки. То бишь, что? Что-то поставить надо, что ли? Тут. Докс. О, это не руны. Лай. То есть это уже какие-то слова, получается. То есть раньше были руны, теперь слова. Или это всегда были слова?
Непонятно. Непонятно. Ну слушайте, если я не ошибаюсь, раньше там какие-то действительно были какие-то руны, теперь слова, и, возможно, сейчас на четвертый раз какой-нибудь проход будет. Или типа того. О, кстати, смотрите, как-то все трясется, да? Раньше не тряслось. Что написано? Let. А, мы устаем, походу, да? Let. Ну-ка. Let. Dogs. Letting dogs. Let. Что? Не понимаю. Напишите по-русски или по-английски хотя бы. Я не понимаю, что они пишут тут. Короче, видимо, все-таки с каждым разом прописывается все четко. Ну, то есть надписи становятся более четкими. Ну, вообще, глюк, конечно. Взять собаку, идти тут круги с ней наматывать. Идешь, какие-то надписи более, ну, читаемыми становятся. До такого еще додуматься надо вообще так-то. Как тот чувак мог написать, что игра стрёмная, что, типа, бегать? Они в натуре, они поиграли, вот там тоже пацаны читал, типа, в комментариях пишут. Ну вот, игра стрёмная, я что-то там побегал час, полчаса побегал, походил, еще полчаса походил в темноте, удалил. Ты дальше поиграй, друг. Дальше поиграй, посмотри, какие интересные вообще фишечки разработчики в этой игре реализовали. А то ты там в натуре полчаса побегал, полчаса в темноте побегал и все. Ну короче, петля. Let in dogs fly? Не понимаю. Ну, короче, я... Что-то у меня тут в глазах смеркается. Что-то уже мне плохо становится. Я, походу, сейчас откину свои копыта. Fly. Fly — это ложь, да? Dogs — собаки. Dogs. Нет, слишком много пройдено, чтобы так взять и сдаться и оставить собаку. Пройдемся еще разок. Посмотрим, что будет. Что же станется? А ничего не станется. Старик, отвечай. Нет. Я не брошу своего друга. Может, я что-то упустил? Может, тут проход где-нибудь есть какой-нибудь? О! Let dying dogs lie. То есть уже можно прочитать. Let — это позволь. Dying — это, я так понимаю, умереть. Let dying dogs lie dogs. Let dying dogs lie dogs. Позволь умереть собакам вранье собаки. Я не понимаю, это говорит бессмыслица. Lie. А, оставь пса, ёпта, вон же подсвечено было.
Нет, я его не оставлю, пошли в жопу. Смотрите, меня уже вообще прям... Я даже идти не могу больше. Ну, походу, да, походу, по сюжету его надо оставить, и от этого никуда не деться. Игра хочет, чтобы я оставил пёселя. Но нет, это мой пёсель, не ваш пёсель, а мой. Короче, походу, вот это последняя петля была. И сейчас что-то будет. Интересно, я один такой, кто собаку не хочет оставлять? И это вообще как-то повлияет на сюжет? Все правильно. Да-да-да, так вот оно и все есть. Никуда. Вместе пришли, вместе уйдем. Мы своих не бросаем на войне, ёбаный бро. Это только всякие эти. Пса оставь, жопу свою оставь сам. Угу. Что-то мне вообще совсем плохо становится, походу. Но здесь не оставь пса написано. Честно говоря, я затрудняюсь перевести, непонятно, там что-то какая-то ерундистика. А смысл, да, такой, что песика оставь. Я все медленнее-медленнее иду. Нет. Ноу. А, это не Лая, да, или нет? Лая все-таки, докс. Ой, сколько я уже кругов-то сделал, господи. Интересно, что же будет. Я... Вот самый прикол, конечно, будет, если я просто сейчас, ну, там, через какое-то время конец игры, типа, и загрузка будет просто с того момента, вот. Как я сюда попал. Спустился в эту самую яму. Это, конечно, будет вообще просто. Не, ну такого не может быть. Это просто о чем будет говорить? Это будет говорить о том, что разработчики идиоты. Вот прям это будет об этом говорить. Если сейчас игра закончится, если я типа намотал столько кругов, и после этого ничего, на сюжет это никак не повлияет. Просто если они меня, ну как бы на контрольную точку обратно отправят. И нужно будет просто, ну, оставить пса, и тогда я пройду дальше, и все. Это будет тупо, это будет глупо, это значит то, что просто разработчики идиоты. Ну, мне кажется так. Ну, честно говоря, меня подзаебало немного уже, наверное, ходить вот кругами, тем более я все медленнее и медленнее иду.
Но я не сдамся, нет, я не сдамся. Даже если придется сегодня всю ночь ходить кругами, я буду ходить кругами. Но я надеюсь, конечно, мне не придется ходить кругами всю ночь. Я надеюсь, что я. Что вот сейчас уже. Вот сейчас уже что-нибудь произойдет, потому что и музыка, и визуальные эффекты уже говорят о том, что что-то должно произойти, что что-то сейчас будет. Мой мозг взорвется, и мне напишут все, конец. Как же я медленно иду. А еще прикольно было бы, если бы вот ты такой, типа, так медленно идешь, короче, типа, и такой, типа, ну, ничего не произойдет, пока ты, типа, ну, на определенном моменте назад не повернешься, а сзади стоит черт. И он у тебя херакс и вырубает, короче. Вот это было бы вообще нормально, круто. Но такого, походу, не будет. Но я периодически назад вот поглядываю, потому что такое ощущение, что как будто меня преследует кто-то, я сейчас повернусь, и меня ёбнут нахер. Пёсель. Все уже... Сейчас бомбанет. Ну что там, опять оставь пса. Все еще. Бедный песик. Что же будет с нами? Я не знаю, и никто не знает. Оставь пса, да все, я уже понял. Жопу свою оставьте, я говорю, и нормально, и по рукам, и расход. Как это можно объяснить? Хотя, это типа, наверное, я думаю, паническая атака или что-то типа этого. У него что-то еще что-то было такое, что типа, если он один ходит без пса, с песик где-то там гуляет, ты один остаешься, он такой, типа, о, мне страшно. Вот ему, видимо, сейчас страх смерти превыше всего. Он очень боится за жизнь своего друга. Поэтому его колбасит не по-детски. Ну камон, сколько уже можно ходить-то уже по кругу-то? Что-нибудь произойдет или нет? У меня будет ачивка за терпеливость какая-нибудь, типа чинь там. Оп-оп-оп. Ой, кстати, в наушниках сейчас вот, ну, так вот вообще. Он говорит, ты ничтожество, you nothing. И дальше я не понял. Ну, короче, я не подчинился ведьме из Блэр. И поэтому... Элис. Блэр. Красава, в России слава. No. No, fuck. Fuck. Короче, пёселя нету, но я его не оставил. Ха-ха-ха, я не приводил шлюх сегодня. Так. Конечно, я могу снова бегать. Лоу-бегу могу еще послушать. You won't break me, you hear me? I won't lose to you. Whatever you are. Так, ну, окей. Песика, песика. Опа. Нет, видите, мои догадки, они оправдались. То бишь, все-таки, скорее всего, это...
повлияет на сюжет. You there, psycho? Hey, I want to talk. So you're just gonna ignore me now? Hey, sicko, I want to talk. You shouldn't trust him. Come in. I need to ask you something. Hey, are you there? Короче, это ни к чему не приведет. Я вот уже не знаю. Короче, к чему? А к тому, что я даже не знаю, с чем тут лучше ходить, с фонариком или с... или с камерой. Наверное, с фонариком. И возвращаясь к тому, я мысль до конца не довел, все-таки я говорю, я, видимо, все-таки был прав. Все-таки, если песика оставишь... Если песика оставишь, то... Либо события будут развиваться иначе, либо концовка будет другая, но на что-то это влияет все-таки. Как ни крути. Опа, пленочка. Ну-ка, кто здесь? Паул. Тоже он у него этом. От разработчиков мальчик. Опа, нифига себе, прикиньте, я типа сюда пришел, а тут... А тут я вообще, походу... Ха-ха, прикол, да, смотрите. То есть, как бы, чики-бэнни книга. А, не. Не, я просто... Не, туплю. Нам сюда. Я думал, то, что меня зажали, как бы, типа. В общем, вот ссаное дерево. Мухомор. Мухоморы. Ну, мне кажется, они не просто здесь. Может быть, просто чувак съел мухомор или грибо... Может, чувак поехал с грибами, набрал полтос грибов, и они его так вштырили, что ему мерещится сейчас всякое... кто здесь? Так, ну хорошо, давайте пойдем налево. Налево пойдешь, в ад попадешь. Направо пойдешь, жопу порвешь. Куда пойдешь? Так, ну, очевидно, что нам нужна камера. Чё это за дерьмо? А, ну, стойте, эту плёнку я видел. Ладно, так. Короче. Мы пришли откуда? Мы пришли вот отсюда. Здесь дерево. Почему-то оно красное. Почему-то оно красное, подсвечено красным. И хрен пойми, что тут делать. Есть предложение, пацаны? Есть предложение? Меня кто-нибудь смотрит? Есть у кого-нибудь предложение, что... Оп, пуля опять пролетела. Просвистела. Камера, короче, теперь черти пойми как работает, это я даже не знаю, это ночной режим. Мне кажется, это даже не ночной режим, дисплей испорчен. Говно по какому-то шлепает. Ладно, камера, наверное, мне и не нужна. А может, мы позвоним кому-нибудь? Нет сигнала. Ладно, я знаю, что нужно сделать. Нужно срочно сыграть в Кобра Мастер. Я больше 50 не набирал. Сейчас рекорд побить надо. Интересно, вот тоже, был бы я разработчиком, если уж внедрять вот такое дерьмо, как Cobra Master, да, в эту игру, то надо какой-нибудь вот за 100 или за 1000, или я не знаю, ну как бы какой-нибудь прикол, вот, связанный с этой игрой, надо все-таки... Я был бы разработчиком, я бы добавил. Ну, как бы 100 набрать несложно, да? Но 1000 уже, да. В натуре, то есть, как бы надо. Есть же сумасшедшие люди, которые, да, ну, все, наверное, видели, знаете, то есть китайцы в основном, наверное. Может, и не китайцы, которые
Ну до хрена просто там, они вообще просто там абсолютно все собирают, все, что можно собрать. Черт побери! Ладно, вот так сделаем. Ладно, я, короче, хочу 50 набрать. 50 мне будет достаточно. Мой личный рекорд, потому что я, по-моему, все-таки набрал 50, мне кажется, не набирал. Но наберу, наберу, наберу. Уже 22. Мне кажется, это самая четкая змейка, вот такая вот именно. На Нокиях раньше была, да? Или на Сименсах. Кобра Мастер где был, на Ноке или на Сименс? Непонятно, не помню. Смотрите, уже 30. Можно член нарисовать из этого. Змейкой, но мне... А! Какая змейка на Нокии была? Во-во, я и говорю, на Нокии. Не буду рисковать. Вот так. Иногда я жалею, что у меня нету девушки. Потому что если была бы у меня девушка, она бы была бы очень полезной. Она бы сейчас могла посмотреть прохождение и сказать, ну, пока я играю, да, то есть она могла бы посмотреть прохождение и сказать мне, куда мне идти. Ну, собственно, для этого девушки только и нужны. И для утех. Больше они хороши только в трех вещах. Это уборка, готовка и вагина. Больше они не нужны на этой планете ни для чего. А, ну еще в четырех вещах. Еще чтобы прохождение читать, когда ты играешь в игру. Чтобы ты, ну, на паузу там не ставил, вот это вот, да, то есть, ну... Прочитал, сказал, все еще 10 и дальше продолжаем приключения. Близко. Пятьдесят. Ладно, 100 набью как-нибудь потом. Короче. Что тут делать-то надо? Непонятно же. Ой. Шериф. God damn it, Ellis, I've been trying to reach you for hours. Anyway, I just wanted to say that we're dropping the search. It's nothing personal. But hey, you left him there to die. It's only fair you die alone out there as well. Goodbye, Ellis. Ну, вообще, шериф типа умер. Ну, короче, что-то же вот это... Ой. Тут игры разума какие-то уже у него пошли. Но я не понял, мне нужно было там стоять или тупить, не тупить. Delicious. Короче, просто правильно ли я поступил сейчас там, дуплил, стоял, в змейку играл, потому что, может быть, нужно было просто это, что-то сделать, чтобы дальше-то продвинуться. Кто это? Кто это? Как его зовут? Буу, ты-ты-ты-ты. Опа. Так, здесь что у нас? А, типа он поворачивается, да? Ну, это прям как на этом у Стивена Кинга в рассказе «Солнечный пес». Там тоже с полароидом были. Да нет, не поворачивается вроде никто. С полароидом приколюхи были там. Упс. Так, так, ну-ка, кто там нам пишет?
Посмотри вверх. Посмотри вверх. У вас одно сообщение. Ну посмотрим давайте. Ого, где? Это паучок? Лесовичок? Чё, дэммит? Они перевели как скотина? Нормально. О, моя любимая игра, найди чудовище. Вообще глюк, глюк. Вообще игра глюк, отвечаю. Это вообще нормальная игруха. Я не понимаю, как она... Как она может кому-то не понравиться? Это же вообще бомба. Я прям в восторге, короче. И столько вообще глючных моментов. Вот даже вот, вот этих вот, вот, я не знаю, что. Я думал, грузовик как будто проезжает мимо. Арико. Но это не он. Давайте посмотрим. Это мы. Мы идем. У нас кто-то снимает, да? Короче, хочу вторую «Ведьму из Блэр» посмотреть, потому что я вот хоть убей, не помню, что там. Я... Так, так, ответь срочно. Джесс? Джесс? Ха, фак перевели как, бля. Ну, хоть что-то в этой игре перевели более-менее... Действительно, вот здесь вот как вот еще перевести фак? Бля, только так и перевести, больше никак. Just kill me already. What the? So you're still struggling, huh? That's what you're worried about. Stupid little man, I could have slit your throat and wear your skin. Then why don't you? You'll have to work for that. You see what you've done? Try as you might, you can only do harm. No. You did this. Me? All I did was give you a choice. You chose the dog, and now it's dead. I failed you. I failed you all. Now you have nothing. Now you are ready. Come. It's time. Jess, I'm so sorry. I was so lost. Trapped in my own mind. I tried to reach. Почему у нее лицо замазано? Типа, потому что главный герой, Элис, то бишь, не может вспомнить ее лицо? I will. Элис. Jess, please forgive me. I don't want to lose you. I can't. I love you so much. I love you too, Ellis. But it's not as easy as saying sorry. Да что значит одного прости ничего не значит? Не хватит или что? Не значит. Конечно, его хватит и значит. Прости и все. Что-то выебываться там, что-то придумывать какую-то хрень. Так, где мы? Постоянно вот еще эти глаза тоже, как будто кто-то просыпается. Ну, мы узнаем в конце, что же это такое, что же случилось.
place again. Why? I did everything you wanted me to. What the hell am I supposed to do now? Вообще-то мы с тобой, дружище, не убили пса, а нас просили убить пса. То есть получается, мы сделали не все, что ты, что он хотел. Поэтому, вот так вот. Поэтому сейчас за это расплачиваться придется. Лагерь затопило. Непонятно, зачем они нужны. Но я уже предположение выдвинул. Ну что, что? Что, ты же умеешь дверь открывать сама? Почему? Все, довольна? One second, please. Так. Поехали. Ну что ж. Короче, пёселя у меня больше нет. О-о-о. Это прям как в фильме, там они просыпаются, типа, везде вот эти хрени висели. Короче, вторую часть надо посмотреть будет, потому что первую я пересматривал после третьей, которая вышла относительно недавно, которую я недавно тоже посмотрел, относительно, может быть, года два назад, или когда там, в 2017, по-моему, вышла третья часть, и вот после нее я первую посмотрел. А до второй что-то так руки не дошли, я вот как она вышла там, когда, в 2002 году, или как, в каком, посмотрел, и я вот не помню, что там вообще происходило, я помню, там в доме в каком-то... Что-то какая-то компания, что-то там чувак трахался, с тёлкой трахался, потом оказалось, что он труп трахал на самом деле, а тёлку эту завалил, короче, какая-то такая фигня была. Ну, типа, там тоже, короче, вот эти все ведьминские чары как-то там повлияли на сознание, на разум, на воспалённый разум больной вот этих пацанов. Ой, что это, что было? Ну вот, всё равно, даже вот, вот вчера я играл. Вот я вообще прям кайфанул один в темноте. Бомба. Все равно, когда стримишь, это немножко не то, немножко не тот прикол. То есть игра атмосферная, игра бомбическая. Прям мне очень нравится. И твердая восьмерка точно. Этой игре обеспечена. Ну что ж, ну что ж, ну что ж. Оп. Что-то такое? Кассетка. Посмотрим, что на кассетке. Разоблачение. Называется запись. Шнеля. Basement. Оп, дом. О, кстати, да. Это тот самый дом. Это тот самый дом, который, в котором в фильме все события заканчиваются именно в этом доме, который в лесу. В первой части. Вот. Ну и, собственно, в третьей части уже более подробно про этот дом идет повествование. Ну, прикольно то, что нам как бы в игре все-таки дают в этот дом прийти и посмотреть, что происходит там. Вообще, да, минус, конечно, но я думаю, что это уже патч выпустили один на эту игру, который я вчера установил. То есть изначально FPS было, вот, как бы, у меня компьютер не слабенький, да, то есть, и как бы... должен эту игру тянуть вообще на максимальных настройках. 60 FPS в Full HD точно должен тянуть. Но он 30-40 FPS выдавал. Вот. И, короче, выпустили патч. А, и не сохранялись настройки дополнительные. Ну, то есть, если там настройки графики заходишь дополнительные, меняешь настройки, они там... Ну, по комментариям в интернете они то сохранялись, то не сохранялись. Лично я... Что заметил? Заметил, что, допустим, тени ставишь на низкие. Смотришь, действительно, тени стали стрёмными. А в настройках
То есть некорректно надписи отображаются. В настройках было написано, что типа как будто бы не низкие, а как будто бы там, ну, как было высокие, так и осталось высокие. То есть просто как-то, ну, сами настройки они как бы отрабатывали, то есть настройки графики менялись, но надписи нет. Вот. Но пофиксили, с патчем это пофиксили, и прирост по FPS тоже увеличился. То есть где-то в среднем 40 FPS у меня теперь в этой игрушке. Ну, естественно, там, где ночью, и если объектов мало, 40-50. Но это тоже что-то неправильно, потому что графин здесь не настолько классный, чтобы... Ну, просто, да, пофиксит это все со временем. Ладно, хватит пиздеть, надо делать дело. Я ничего не вижу. Я думаю, что это уже конец игры, раз мы пришли в этот дом. Так, заперто. Ну, давайте чекнем здесь, тоже заперто. Выход один. Ну да. Интересно, что это за дом? Потому что никакой инфы. Первый фильм как заканчивается? Кто помнит? Первый фильм заканчивается так, что вот тёлка попадает в этот самый дом, и ее приятель, с которым она там в лесу была, стоит в углу и смотрит просто в угол. Ничего, и потом что-то ее убивает кто-то или что-то, непонятно что. Вот так заканчивается первый фильм. В третьем фильме, ну, более-менее мы понимаем, да, кто убил хотя бы эту тёлку, и вообще, что это за дом, там немножечко побольше нам его показывают, но тем не менее, один хрен ничего не ясно. Это что такое? А, это капельки. Ну ладно. Нам нужно попасть в подвал. В этой игре нам дают походить по этому дому, что вообще прикольно. Очень прикольно. Очень прикольно. Так. Но как же в итоге нам попасть в подвал? Чувствую я, сейчас будет скример очередной. Я буду кричать. Опа! Почитаем. Вообще, разработчики заявили, что, если я не ошибаюсь, опа, 6 часов геймплея здесь, в этой игре. Что это такое? Так, ну, ладно. Я, короче, запутался, я не понимаю, где мы. Что это? Консервные банки? Где-то должен быть ключ. И ключ не где-нибудь, а следы приведут нас к этому ключу. По любасу. Опа-на. Опа-на. Но не тут. Тут ничего нет. А, по-моему, кстати, если не ошибаюсь, тёлочка забегала, там в шкафу пряталась. В этом доме, не в этом доме. Так, ну, по-любому мы
Найдем ключ здесь, где-нибудь. Наверное. Короче, сейчас хотя бы понятно, что мы делаем. Мы ищем ключ. Опять какие-то руны. Интересно, зачем мне здесь? Тут. Ну хорош, ну я, смотрите, я же пришел по следам. Вот следы. Они ведут сюда. И где ключ? Почему нет ключа? Сапог. Вообще, действие игры в 96-м году, по-моему, происходит. А когда я играл вчера, то есть тут находишь записку какую-то, я не знаю, может это оплошность, погрешность перевода или типа того, но там что-то типа дата была 2000 год. То есть как? Он нашел какую-то записку, дата на ней стояла 2000 год. Как может дата стоять 2000 год? Если событие происходит в 96-м году. Или 94-м. 96-м. Короче, ребята. Жеребята. Я ни хрена не понимаю, что-то мне тут хотят. Вроде ключ надо найти. Вроде надо найти ключ. Но, god damn. Where is it? О, смотрите-ка, следы. Какие-то следы. Тоже какие-то следы. Я тут был вообще, нет? Оба-на. Ключ. Это же ключ. Все, можно в подвал валить. Ништяк. Что-то везде какие-то отпечатки рук. Ну вот сейчас вот ждите скример. Отвечаю, ждите скример. По-любому не просто так. По-любому вот к бабушке не ходи. Какая-нибудь ерунда. Не, ну если бы я разработчиком был бы, я бы скример запилил бы какой-нибудь. Я просто так не пустил бы игрока вот до подвала. Что-нибудь я придумал. Ну да ладно, идем в подвал. А, ну да, в подвал. Там, по-моему, он спускается в подвал, тёлка, в первой части. Как раз в подвале-то. А ты должен был привыкнуть уже к этому, дружище. Это же не первый раз же. По кругу тут ходишь. Это же чертовщина везде творится. Ха, а что это такое? Это кто-то стоит там. Да ну нахуй, идите в жопу, блядь, пизда рулю, блядь. Сука, сукины дети, вот вы что делаете, так нельзя. Но я так и знал, что будет такое дерьмо. Бля, пиздец. Бля, отстойная хуйня. Не, на самом деле пиздата. Вот это же охуенно. Но нет, пацану игра это не понравилась. Он сказал, что это хуйня. Да, блядь, этот пацан не шарит просто. Вот это я про того, кто обзор писал на игру на игромейл.ру. Упс. Да, в натуре. Ой. Work. Фух. Так. Собрались. Бля, прикольно будет на себя посмотреть. Со стороны, как я, как девочка сатенькая, кричу, проходя это дерьмо. Так, наверх мы больше не попадем. Что здесь? Это конфета. Это батарейка. Ну, батарейка и батарейка. Но у любви у наше село батарейка. О, и я ее батарейка. О, и я ее батарейка. Если разрушен дом,
Нужно строить новый, а не склеивать старый. Ну чё? Почему не это? Не Талос? У меня возник вопрос, где мой очень хитрый нос? Что это, гандоны? Гандон! Водичка. Смотрите, как красиво она льется, переливается. Так, что это за звуки? Не хочу смотреть назад. Так, и что? Какие-то корни. Я теряю корни. Давайте посмотрим. Чекнем. Чекнем, что же на этой руине. Ого. Я думал, они левитируют, но... Нет, не подвешены. Ж. То бишь, женский туалет. Да? Так, ну... Для начала. Для начала надо понять вообще, где вот это. Где вот это. Где вот это и... Как нам лучше сделать? Вот в таком? Вот в таком состоянии или в таком состоянии? Ладно, давайте сначала попробуем вот в таком. Нет, сначала нам придется... Вот так, да? Угу. Открываем дверь. Так, пацан. Питер. Питер Паркер. Но есть на стенке маркер, но это просто ремарки. Ой. Сердечко ёкнуло у меня только что от этого дерьма. Фу-фу, физика говно, графон говно, физики никакой нет, даже не шатается. Ну, разработчики уж могли бы сделать, чтобы она... Ой, там этот, там пацан вот этот вот, походу. Hey there. Ой, что это было? Оп. Так. Там что, труп? Нет. Откроется? Откроется. Опа, почитаем. Ну-ка. Да, вот пацаны некоторые читают, зачитывают то, что находят, как бы, в играх, при стримах. Ну, мне кажется, зачем это делать, типа, как бы, ну... Типа, чё, тот человек, который заинтересован, он сам прочитает это дерьмо, если ему это нужно. Они причем, не то что они, ладно, они читали нормально, они читают запинкой, как по-уебски, еще голосами вот этими ебучими. Короче. Не, ну кто-то, конечно, скажет, что у меня голос уебский, и микрофон вообще ебаный. Но, мне похуй. Так. Так, понял. Теперь назад. О, все, вот так мне больше нравится. Мэриленд. Вот теперь типа день, да? Или что, или не день, а просто светло. Типа, говорит, я тебя жду.
Давай ко мне, типа, я тебя жду. Ну, голоса. Так что? Перевода не было. Ну, я-то, это ж я-то перевод вам скажу, если вы не знаете. Опа, no happy ending, нету счастливого конца. You are for her, ты для нее. Ну, типа, ты был сделан для нее. Ну, смысл такой, you are. А, вот, смотрите, счастливый финал не будет, но это здесь, а тут. Ты для нее. Ну да, все правильно перевел. Димон! Ту-ду-дун-тун. Так. Сообщение. Джесс. Это для меня слишком. Я больше не могу. Тупая дура. Это у нас такое? Это у нас? Ой, у меня все руки какие-то в порезах. Кошелек. Крыска. Я тебя больше не люблю. Это кто говорит? Это где написано? Я не понимаю. А, все, я понял, это вот здесь. I don't love you anymore. I don't love you anymore. Надо такой трек записать. Sorry, I don't love you anymore. Кто? Оп, там кто-то ходит. Чувачок. Это шериф? Причем там помимо него еще красные эти типы. Ну-ка. Че тут у нас? Ну, какой-то тип. А, шериф. Ладно, видимо, сейчас покажут, как шерифа убили. Ну-ка. Turn on the lights. What? The headlights. Turn them on. Это я сам себе, короче, оставил послание, прикиньте. То есть я вчера, когда играл, я там типа сам начальник, когда только-только-то в лес еще пришел, там херакс, короче, типа, ну, темнота. И там ты машину находишь, и... Типа по радиосигнал, ну то есть сейчас поняли прикол, да, типа я сам себе в прошлое передал, или в настоящее, или куда, короче, в другую, ну короче, да, передал сигнал, мол, типа фары включи, то есть то, что сейчас фары включились, это я их и включил. Новый прикол, короче. Да, прикольно. Да, прикольно. Я говорю, тот чувак, который обзор на игру писал, он глупец. Потому что только глупец. Завалил нахер шерифа. А шерифа-то и нет никакого. Так, что происходит? Куда мне идти? Ага. Давайте посмотрим. А я посмотрю. I think no. Посмотришь, умрёшь. А что имеется в виду, не смотреть туда или... Ну, ладно, я посмотрю.
Короче, кто-нибудь мне скажет, что делать? Назад нельзя. Да? Назад нельзя. Свет его будет. Light awake him. А, я понял, я понял. Так, пацаны, все. Камеру убираем. И проходим. Я не буду смотреть. Ладно. Да, зачем ты включил свет? Так. Что только что было написано? Зачем? Почему ты... Мы без света пройдем просто сейчас с тобой. Все, дружище. Я ведь не умру. Суки. О, кстати, это же был тот тип, походу. Чё? Она нападает, когда чё? Ладно, сейчас мы все выясним, короче. Камон, я не знаю, что делать-то нужно. Не смотри. А, может, мне в пол надо смотреть? Во. Don't look. Иди по тропе. А-а-а. Класс. Класс. Так, теперь куда? Как я разгадал их загадку, а? Все, подвал. Нормально. Так, и что тут? Все еще по тропе. Не, ну прикольно, прикольно. Классно, даже вот эта вот затея с тем, что не смотреть на них, а смотреть в пол. Только так пройти можно игру. Прикольно же. Это я уже видел. Так, но... Суть по всему мне не сюда. Ну, походу мне... Куда мне? Ванну тоже не надо. Блин, господи, какой длинный этот уровень. We got a robbery in progress. A convenience store near Burkittsville Road. Those kids again? Yeah, probably. Ну, кто-то пробежал. Эллис, what are you doing out here? Херасе. Олень. Ой, кто это был? Ой, что это фигня? Адам. А, это типа пацаны, которых я находил, походу, да, там, я помню, Адам был. Это вот они, типа. Эллис, answer me.
Disappointing. Disappointing, я не знаю, как переводится. Ну, типа там, наверное, ты слабак, ты ничтожество, ты неудачник, ля-ля-ля. Всякая такая хрень. Элис? Is that you? Короче, все, он крыша поехала конкретно, пацаны. Кто это? Off the record, Элис. What the hell happened? Че это, чувак? Адам. A local teenager allegedly involved in a convenience store robbery was shot by a police officer arriving at the scene. The suspect was transported to a nearby hospital in critical condition. Local authorities confirmed that the suspect was unarmed. Типа я завалил пацана, который был безоружен. Что он кого-то грабил, а я его завалил. Подросток. Ай-яй-яй. Че, шоколадка? Это Булис. Смотрите, это же самый настоящий Булис. Ну он шмаль тут долбил. Ай-яй-яй, наркоман проклятый. Ну, я понял. Все складывается. Чувак просто легалки нахерачил через Булис. И теперь его так торчит. Вот в чем дело. Все складывается. Вот почему люди в окна прыгают, потому что им вот такое мерещится. Видимо, разработчики, они как бы тоже, ну, прохаванные пацаны, они, короче, ну, чудом спаслись, каким-то чудом. Выжили и решили про эту игру написать. Я видел это раньше. Да, чувак, ты видел это раньше. Ты всю игру видишь, эти ссаные, вот эту хрень, она везде. О, это, походу, все фигурки, которые я нашел в этой игре. Че, идем назад? Назад? Дороги нет. Так, еще одна фигурка. Так, окей. Окей. А теперь откроется? А теперь откроется. Ой. Такие типа Эдж. Он идет. Кто это? Гордон Фриман? It's really you? А, это тип опять, короче, стоит в углу, собственно, как и... О, пацаны, привет. Сэр! Сэр! Freaking butcher. Сэр! 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 Чё? Со мной все нормально. Действительно, фак. Что же это, кроме как фак? Марли? Хорош. Я потерялся, я не знаю, куда идти. Прекрати, я не знаю, куда идти. Ёпта. Сюда? Нет. Сюда. Любому сюда. Тоже не сюда. О! Ну да, кажется, сюда. Так я тут уже был. И чё?
Наоборот, наверное. Наоборот, наверное, да, вот сюда мне. Ну, я думаю, что все к концу уже близится. Уже прям вот-вот. Конец-конец. Да ну нахуй, сука, бля, вы че, бля? Как меня пугаете, я рот ебал ваш. Стреляют они из пистолетиков своих, я аж охуел. Да бля, в пизду. Интересно, все-таки собака-то у меня там осталась, живых. Эшли. Пацана найду ли я вообще, я останусь сам в живых. Очень много у меня вопросов. Очень много мне интересно. Но что-то мне подсказывает, наверное, что все-таки мне кирдык нахуй. Меган. Ясно. Причем носители-то языка, они же вот так это все читают. Типа ты-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 
Красавчик всплыл. Ох. Трупики. Или это. Идиот — это идиот. А аматер — я не знаю, что это. Ладно. Да. Это как Муфаса. В смысле, как Симба. В смысле, как Ска, как говорил Симбе. Я говорю, раз его скинул, и все, короче. Стал королем, королем львом. Ой, я просмотрел, простите. Ну когда уж закончится это дерьмо? Водиться. Еще глюки какие-то вообще адские, не совершенно непонятные. Лестница. Блин, по паранормальным явлениям бы еще тоже нормальную игру бы сделали, было бы классно. О, опять на лесопилке. Но нет, мы в доме, а не на лесопилке. О, я знаю, что здесь делать, пацаны. Все очень просто, нам нужна кассета. Нет, нет, пленка. Пленка нам нужна другая. Не-не-не, стоп, не убийство. Тень, руины, разоблачение. Руины, наверное. Да? Да. Причем, наверное, еще как-то здесь нужно так это сделать, чтобы... Хотя, может, и нет. Ладно, попробуем. Попробуем, короче, пока не придумывать, да, там, велосипед не запретать, просто вот так вот сделаем. И попробуем открыть дверь. Но
Дверь открыть не получается. И поэтому что? Поэтому нам нужно два варианта. Либо... Наверное, поймать нужно момент, когда и пройти можно, и дверь сломана. Я думаю, так. Получится? Не, ни хера. Так. Интересно, интересно. Не все так просто, как я думал. Ну, ладно. Возможно, тогда, как вариант, пройти сюда. Как меня не убил только здесь. Достать снова руины. И... А, то есть мне похуй вообще, да? Я думал, меня там уж убьет, как бы, вот эту херню. А мне даже вообще ничего. Ну ладно. Так, стоп, где моя камера? Блин. Опа. Сейчас начнется опять, я думаю. Вот здесь твоя тень. Будь начеку, да ёпта. Ну, пидорас. Я начеку нахуй, бля. Это говно. А, опять нельзя смотреть, походу. Shit. Морды в пол. Упс. Что-то тут разбивается. Да-да, это мое имя. Ну, его имя, в смысле. Нет, не так зовут. Show me your genitals, your genitals. What? Show me your genitals, genitalia. Show me your genitals, what? Show me your genitals, genitalia. Йот. Как разбить это говно? Никак. Да ебаный в рот, я же в этом доме. Надоел лазить, что делать-то? О! Shut up! Смеется шлюх. Алан Пал? Кейт Форст. Кто это все люди? Кто это? Роско Хейворд. Все, кого я подставил на войне? They're all dead because of me. Ну да. Вот они, собственно, персоны, пацаны. Знаете что? Знаете что? Вот... Вот это вот посередине вот идет такая вот трещина. Вот есть у меня на айфоне есть приложение. Я даже сейчас приколюсь просто. Ну-ка. Так. Приложение называется AC/DC Pro. Да, что-то мне подсказывает, что пацаны просто взяли фильтр из этого приложения и добавили. То есть, если это так, это, конечно, будет вообще... Вот, прям ностальгия. Да?
Нет, стоп, это значит не здесь. Это, походу, в другом. Ну, я сейчас, тем не менее, посмотрю. Мне стало интересно. Ну, ладно, давай. Вот это. Нет. Вот это, допустим. Так, use. Угу. Блин. Надо не вертикальное изображение, а горизонтальное найти. Да все, давай, back. Да господи, почему все фотки, блин, горизонтальные? Где вертикальные фотографии? Почему у меня нет горизонтальных фотографий, в смысле, наоборот? Во, use. Ну-ка. Нет, кстати, я ошибся. Или не ошибся? Ну, как бы... Ну, нижняя часть полоски очень похожая, просто очень прям. Чтобы вы понимали, о чем я. Вот, то есть, я не знаю, там видно, не видно. Вот эта полоска, она прям... Сверху она немножко отличается, а может даже не отличается. Это сейв, господи, блин. Почему столько вопросов каких-то отстань? Я просто, блин, просто приблизить хочу фотографию. Почему мне нужно что-то сохранять, постоянно спрашивать? Да нет, это разное дерьмо. Ладно, неважно, погнали дальше. Ашли. Сильвестр. Сильвестр Сталлоне. Мы ж тут были уже. God damn it. Так, только что было сохранение. Это чья-то комната, его комната. Чья его, я не понял. Куда идти? О. Селфиш. Селфиш. Вот откройте, бля. Боже мой, что это такое? Это кто вообще? Какая-то размытая фигура. Ну, на самом деле, уже поднадоело лазить в этом доме. Я надеюсь, что это уже конец. Приехал, блин, пацана в лес спасать. В итоге попал в такое дерьмо. Так, стоп. Ничего, замуровали в комнате? Да. Опа, там уже никого. Так, и как же быть? Что же делать? Я ничего не вижу. Опа. Shit. No.
yourself. Кровище хлещет прямо из... Как это называется? Из люстра? Из лампы? Сука! Отличное время, чтобы сыграть змейку. Интересно, я побью рекорд 50. Ситуация, чувачок. Такой типа там по дому поэтому лазит. Такой типа, бля, надо змейку поиграть. Надо побить рекорд. Я в прошлый раз 50 набрал, сейчас 100 хочу. Ну а иначе зачем эта игра вообще нужна? Зачем они, разработчики, добавили змейку в эту игру? Ответ очень прост. Это психологическая разгрузка. То есть ты вот такое есть напряжение, по дому лазишь, лазишь. Но нервы сдают же. Не у всех нервы ну, прочные, как у меня, да? То есть и вот приходится... Не у всех стальные нервы приходится... Хоть как-то себя успокаивать, игрой в змейку отвлечься на 5 минуточек и дальше пошел проходить игру. Вот сейчас вот я вот наберу соточку попробую. Там ходит. Надеюсь, мне не помешает никто. А то что-то я слышал, он тут дышит, близко уже вроде. Нет. Нет. Не, рисковать не буду, вот так, да. Да мне кажется, там заскриптованная хуйня, он там не выйдет просто ко мне. То есть я тут могу в полной безопасности, короче, типа. Играть в змейку свою любимую. И все нормально будет. Ха, чуть нет, не объебался. Ну что? Наберу я соточку или не наберу? А? Черт. Да наберу. Сотку очень не так трудно. Ой! Ой! Черт! Нет! Ладно, хорош. В следующий раз. Так, где у меня камера, пацаны? Все, опять мы, значит, идем мордой в пол. Непонятно совершенно, где пройти. Давайте я пройду. Он меня ждет. Я рад.
Ля-ля, тополя. Ой! Ой, какая жалость. Ну как-то надо его обойти, да? Окей. Ну, короче, нужно его наебать. То есть вот сейчас вот мы его наебем, короче. Отвечаю. Наебали, да? Объебали пацана, короче. Вот так. Shut up. В смысле, трус, нахуй. Я только что его наебал, как нехуй, ебаный в рот. Вокруг пальца обвел, вокруг носа. О, опять. Ёбаный в рот. Ну, опять это говно идет, прется ко мне. Не, дружище, я убегаю. Твою ж мать, а. Куда идти? Задолбали. Бля, отвечу, уже заебали они, короче, с этими типами. Да похуй мне, я вообще похуй, бля. Похую, ёпта. Он сзади! Он сзади! Бля, короче, мне, походу, надо ключ найти. Ну, на самом деле, такое дерьмо. Осторожно, свет его будет, ебаный в рот. Где-то здесь должен ключ, походу, быть. Понятно. Я никого не вижу. Короче, надо думать логически. Здесь прохода нет. Закрыто. Значит, мне не сюда. Значит, мне куда? Значит, мне куда-то сюда. Даже сам, блин, голову вниз спускаю. Тупая хуйня. Да привет, я ж тут уже был, я ж проходил всю эту хуйню уже, ну. Бля, отвечу. Нахуй. Это надо, короче, вот чтоб прям полностью ощутить. Надо играть дома одному, чтоб никого дома у тебя не было, чтоб ты один сидел. И не стримить в темноте. Вот тогда, да, тогда вообще кайфово будет. Потому что даже сейчас, блин, с включенной лампой вот тут лазишь вот, ну, в этих... В этом доме просто какой-то пипец. А также еще страшнее, вот я вчера играл. Я, правда, не один дом был, но все равно в комнате-то одному сидеть. Так прикольно. Кассета. Давайте смотреть кассету. Угол. Ой, это меня снимают, типа. Персонаж похож на чувака из Silent Hill из первой части. Ой, из первой, из второй.
head in the corner. Don't look at her. А, вот, да-да-да. Точняк. Вот почему. I wanna see your face, говорит. Не смотри на нее. Ха-ха! Нет, ребята, я не буду на нее смотреть. Короче, прикол в чем? Прикол в том, что в этих фильмах, в первой части, они там в углу все стояли, типа, потому что боялись на нее посмотреть. Блин, стопал, если я назад посмотрю, она там сзади где-то. Да? Да вроде нет. Вроде нет никого. Ну что делать? Что, развернуться что ли мне? Типа там, видимо, из Блэр будет стоять. Блин, у меня походу выхода нету, короче, пацаны. Давайте посмотрим, где ты, шлюха? Вау, в напряжении... Короче, игра в напряжении держит, пиздец. Ну, чей-то ёбыч. Наверное, мой, я так полагаю. Ох ты, ёпта. Бас в рот. Граглюк. Не, пацаны постарались, короче, на славу. Достаточно долго, на самом деле, вот в этом доме лазишь. То есть, вот там чувак писал, что типа, вот, типа там собака, да вот эта механика, она нафиг не нужна, вот эти вот все его команды. Там с этой собакой, это только, не знаю, 1/3 игры с собакой происходит. Все остальное без собаки. Вот в этом доме... Че? Бля. Че? Что? То есть, как бы... Тот чувак, который писал обзор на эту игру, видимо, даже не дошел до сюда. Просто поиграл часа 3. И все. И решил, что можно написать обзор. Ты пройди игру несколько раз. И тогда уже только мнение сформируй свое окончательное. То, что ты там 2 часа поиграл, 3, это вообще ни о чем. Ну, поиграл ты еще. Игру-то ты не прошел. Так, я вот не понимаю, как-то можно пройти сюда? Видимо, нельзя. А сюда, вот сюда можно, ништяк. Сюда-то мы и пойдем. Ну, это вообще уже просто это наркомания сиаска. Что? Кровище, да.
Он затопляет, он затопил всю комнату. Ну, это Элис, видимо. Все, у нас, короче, рейдж мод. Мы сейчас всех будем ебашить на. Силы мысли, короче, разъебывает, пацан. Шрифт. Какого хрена вообще всю эту игру происходит с тобой, дружище? Только сейчас этим вопросом решил задаться. Действительно, finally, basement. К Питеру пришли. Питер, where are you? Да-да, Питер, where are you? Фоточки. Да уж. Fuck. He's not here. What now? Нужен ключ. Did you really think it would be that easy, Ellis? Я ничего не думал вообще. Show yourself! I'm gonna kill you with my bare hands. Странно, что. Motherfucker переводит как ублюдок. То есть fuck они переводят как бля, а motherfucker как ублюдок. О да, ключ под столом. Давай, иди сюда, come to papa. Ща будем разбираться, да, босса валить будем, самого главного пидораса в этой игре. Вернее, он, наверное, не самый главный это ведьма. Но я думаю, ведьма это такая хрень, что какая-то сила такая, типа, из параллельной вселенной, там, что-нибудь не из нашего мира, какая-то такая вот хрень, что, типа, ее нельзя просто взять и вытеснить, биться и вальнуть ее там в бою, как бы, то есть... Этот человек, короче, как-то хрен его пойми. Так, ну это у нас катсцена. Посмотрим. Да уж.
No, 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 please, 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 please. God, I'm not gonna hurt you. Shush, no, 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 I'm not gonna hurt you. Please, 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 please. Shush, 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 shush. Quiet, quiet, quiet. I'm so sorry, sorry. Oh no, oh my God, oh my God. То есть он тёлочку зарядил, чтобы она не закричала. Shut up! All those people, children, I will rip your fucking heart out! Here, anymore. You won't get out of it that easily! Free. Free. I won't let you! She always wanted you. To become. Shut up! Take his face. То есть это концовка, походу, такая, да? Да. Ну вот так вот. Собственно, вот, Bloober Team, нормальная игруха, да, в натуре, очень понравилось, я бы ей поставил, наверное, да 10 из 10, я даже не вижу причин ставить ей, ну ладно, ну нет, 10 из 10, а за что ей ставить меньше? Там, типа, раньше было как, типа, там... Графика там 8 из 10, там, не знаю, геймплей там 10 из 10, короче, графон оценивали в 2019 году, тем более в таких играх, камон. Игра интересная, сами идеи в игре реализованы прикольно, и с собакой, и с камерой, и вот с этой перемоткой, типа, назад-вперед. Вот, считай, несколько концовок. Интересно, что нужно сделать, чтобы классную концовку получить, а не вот такую. Зато песик выжил. Я уверен, что сам, наверное, здесь самая классная концовка, когда Питер найден, собака уцелела, и ты тоже спасся и помирился с своей женой, и все счастливо жили, и все классно. Вот. Чем ты напомнила Alan Wake? Ну, быть может, тем, что фонариком нужно этих пацанов истреблять. Ну и какая-то все равно атмосфера такая, лес тоже, темнота. Не знаю, буду ли еще раз проходить ее, почему бы нет. В принципе, игра короткая, че и как уже я знаю. Я думаю, даже можно еще один стримчик запилить и посмотреть, какая же концовочка будет дальше. Еще. Или, не знаю, может быть, посмотрю все концовки на ютубе. Короче, пацаны, как-то так. Давайте посмотрим, что же. Вот еще напишут, скажут. Наверное, уже больше ничего не скажут. Да, только новая игра. Ну ладно, что, на этом, я думаю, стоит закончить стрим. Еще увидимся. До новых встреч. Всем пока. Ау. 2209. Вернее, 2019.
Короче, все, заебал, пока.